Сюрей ухаживает за ребенком. После череды событий Сюрей ведет рутинный образ жизни и не понимает странного поведения Аэсмы. Одна новость приведет Адима в восторг. Это станет самым счастливым мигом в его жизни. Вмешательство Османа неожиданно столкнет Эсму и Гарипа. Одно изменение в особняке приведет Фикрета в бешенство. Предложение Адима вызовет в семье Баран эффект землетрясения. Тайна, которая может все изменить, остававшаяся скрытой на протяжении долгого времени, раскроется в руках Эсмы.